Депутаты регионального парламента внесли в Госдуму новый законопроект о предоставлении работникам выходных дней после вакцинации от ковида. Согласно новой инициативе, предусматриваются два выходных дня для работника. Их предоставляют в день получения компонентов вакцины и на следующий, на основании письменного заявления по согласованию с работодателем. При этом сохраняется средний заработок и рабочее место.